Региона отчитался, теперь очередь руководства города. Владимир Слепцов, мэр Ярославля, сегодня выступил докладчиком о проделанной работе перед депутатами муниципалитета. Основные вопросы – социально-экономическое развитие города, взаимоотношения с бизнесом, работа управляющих компаний, ремонт дорог и борьба с незаконной рекламой – это только часть тем, волнующих городской парламент. Отчет мэра Ярославля внимательно слушал Георгий Колчин. Сегодняшнее заседание началось с приятного. Мэра Ярославля поздравили с прошедшим днем рождения. От лица депутатов, исполняющий полномочия председателя муниципалитета Павел Дыбин, вручил Владимиру Слепцову огромный букет красных роз. Выступая перед депутатами, Владимир Слепцов отметил рост практически по всем социальным и экономическим показателям. Уровень безработицы упал до 0,9%, отличие от Ярославской области 1,6%. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 5,5%, составила 34 724 рубля. Особое внимание в ходе отчета было уделено ремонту и содержанию дорог. По словам Владимира Слепцова, больше половины городских магистралей сейчас в плохом состоянии. Задача мэрии – привести в нормативное состояние более 80% городских магистралей. В этом должна помочь программа «Безопасные и качественные дороги». Вот если в 2016 году было сделано 15 километров, я на километры проведу дорог, то на 2017 год мы с вами запланировали 50 километров. То есть на 45, на 35 километров больше. Выступая, Владимир Слепцов призвал более тщательно следить за работой управляющих компаний. В целом депутаты приняли отчет мэра и признали его работу, так же, как и всей мэрии, положительной. Георгий Колчин, Георгий Иванов. День в событиях.